Ну, самі окупанти ще й скаржаться на стару техніку, на якій доводиться воювати їм в Україні. Про це стало відомо з чергової перехопленої розмови Генеральним управлінням розвідки. Окупанти не очікували таких потужних обстрілів зі сторони ЗСУ, а тому ситуація на фронті їх засмучує. Повну розмову пропоную послухати далі. Зимоном в сьогодні обстріляли. Де? Та там на краю ФГСу нас об'їхали. Да. Слышишь, так а как вы шо вы попали? Сдачи хоть дали чи ні? Та какая ну, тоже видишь, какая получается. У нас тут 3 человека дежурят на целый день, и там, и, короче, никому не поспать, ни если было бы, чтобы там одни тут, другие там, ну, а так получается, эти втроем всю ночь дежурят, и мы там, четвером. Ну, короче, непонятно, людей да? Людей да, и то, короче, такая не спать, не это, еще утром вышли с Димонами, начали сначала раз в поле лягло, потом ближе, потом начало кромсать просто профнастил, а мы во дворе транзиты какие-то катались. Они я не понял. Только нас, они еще кого-то там говорят вчера, что приезжал тут орел этот, короче, что там где-то перед нами стоят россияне, там танкисты, что один 200, один 300, и ночью зашло там, там то показали, ну, все, все показали, все рассказали, все, ну, нема ничего путнего, понял, чтобы взять и приехать, везде хлам, или едет, просто... стреляет, или стреляет, не едет.